Добрый вечер, друзья! Меня зовут Тимофей Романов. Я работаю на самой крупной и очень популярной радиостанции страны «Русское радио». Если вы хотите устроить настоящий веселый, позитивный праздник, я могу вам в этом помочь. А еще я могу пригласить всех этих людей, которых вы видите сейчас в этой видеонарезке, и тогда вам не придется волноваться по поводу огромного количества салатов, шашлыка и выпивки. Мы ее просто-напросто вместе истребим самым изощренным способом. Хотя, знаете, я этим не занимаюсь, и это была шутка. Зато я профессионально занимаюсь организацией праздников любого масштаба. Настроение зашкаливает, когда я провожу эксклюзивные, авторские и очень креативные забавы. Но многие гости их называют конкурсами. Я не возражаю, да будет так. Также я могу устроить зажигательные танцы. Организацией вечеринок я занимаюсь уже более 15 лет, поэтому с музыкальным разнообразием в моей фанатеке все в порядке, уверяю вас. Скажу сразу, я не тамада и баян с собой не привожу. Я веду ваш праздник и довожу его до хэппи-энда. Обожаю, когда гости расслабляются и веселятся от души. Спасибо. А еще я могу организовать вам поздравления на русском радио. Уверен, это будет приятный сюрприз для всех ваших гостей. Итак, давайте подведем черту. Дни рождения, юбилеи, корпоративы, презентации, концерты, розыгрыши и вручение наград. Я помогу вам устроить все, что необходимо вам и вашим гостям. Мы вместе составим сценарий, обговорим все нюансы и забабахаем такой праздник, который захочется повторить снова и снова. Я люблю свою работу и отношусь к ней очень серьезно. Желаю вам сделать правильный выбор. И до встречи! Всегда ваш Тимофей Романов. Все-таки в одном я соврал. Покушать я люблю.